специальной музыкальной школы при консерваториане Сергею Зивановскому, директору Государственного концертного агентства Эстонии Юрию Лейтеман. Отдельная благодарность директору концертного зала Яне Кири, Ане Владимировне Перелыгину. Мы хотели бы также особо отметить помощь и содействие Совета молодых ученых Санкт-Петербургской консерватории и лично ректору Алексею Николаевичу Васильеву. Также мы благодарим хоровой портал Санкт-Петербурга «Перифей» и фонд поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ». Наша мастерская подошла к концу, и я хочу пригласить на сцену для заключительного слова заслуженного деятеля искусства Российской Федерации, профессора Санкт-Петербургской консерватории Бориса Георгиевича Абальяна. Я ждал, что никто не подскажет. И, конечно, Николай Львович.